Мы еще не закончили. Это была сессия оценок от персональных рецензентов, нашим подготовленным речам. А теперь будет сессия отчетов. Отчетов наших экспертов. И начнем мы с эксперта по психотипам. И я приглашаю на эту сцену Анастасию. Пожалуйста. Друзья, если рассматривать эту встречу как такой небольшой agile sprint, и моя гипотеза, если вы помните, действительно была про психотипы, то могу сказать, что она провалилась. Дело в том, что оказалось, популярные даже не слова, а звуки этой встречи — это «э», «а» и «эл». И, к сожалению, ничего о вас как о личности дополнительного я из этой встречи вынести не смогу. Но я вынесу немножко про себя, знаете, такую деталь, что в целом я не могу различить звуки «а» и «э», потому что это была самая сложная задача для меня на сегодня. Но я думаю, что совсем скоро эксперты по чистоте речи в принципе будут не нужны, еще чуть-чуть, и даже звуки уйдут. Хочется отметить трех участников, у которых я смогла услышать только по одному звуку паразиту, и это Катя, Валерия и Лена. Поздравляю вас. По моим данным, вы были звездами по чистоте речи этой встречи. Спасибо тебе большое за оценку. Это, я так понимаю, тоже проба пера. Настя с нами в клубе совсем недавно, это здорово. Действительно, А и Э – самые популярные звуки-паразиты. И еще я бы, наверное, добавила в твой отчет. Да, это не всегда приятно, но людям полезно знать, если у них слишком много звуков. Можно было бы тройку победителей, антипобедителей назвать, чтобы на будущее эти спикеры знали, что действительно есть что доработать в будущих проектах. Чтобы сейчас мы к этому не возвращались, я попрошу тебя сфотографировать твой отчет и выложить его в клубный чат, чтобы все увидели, насколько хорошо или насколько не очень хорошо они сегодня выступали с точки зрения чистоты своей речи. Спасибо тебе большое. И теперь